Анастасия Таурзина, здравствуйте. Выходные порадовали жителей Черноземья недолгим отступлением жары. Новая рабочая неделя вновь начнется с высоких показателей температур. По данным гидрометцентра, в понедельник 8 июля в Старом Осколе и Губкине безоблачно. Днем плюс 29-32, вечером плюс 28. Ветер северо-восточный 2-5 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, атмосферное давление 751-752 миллиметра ртутного столба.